Любимец зрителей Фрунзик Макарчан, яркий советский актер, сыгравший в картинах, впоследствии названных советской классикой, народный артист СССР и лауреат Государственной премии СССР, актер сыграл множество персонажей, чьи выражения, моментально ставшие афоризмами, цитируют миллионы кинозрителей по сей день. Болезни самых близких людей, проблемы на работе подкосили артиста. Злоупотребление алкоголем, к которому, по слухам, актер обратился за утешением, негативно сказалось на здоровье Фрунзика. Из-за зависимости у знаменитости даже случилась одна клиническая смерть, но врачи сумели вытащить его с того света. Впоследствии за актером стал ухаживать брат Альберт, который в канун Нового года 1993 года нашел того мертвым в квартире. Макарчана не стало 29 декабря. На тот момент народному любимцу исполнилось 63 года. Официальной причиной смерти назвали инфаркт. Это оказалось настоящей трагедией. Поклонники верили, что актер мог бы сыграть еще множество звездных ролей. На похороны артиста 31 декабря, несмотря на праздничный день, собрался весь Ереван. Тысячи людей шли за гробом до могилы в пантеоне гениев армянского духа в Ереване. Горевали о любимом артисте не только в Армении, но и во всем бывшем Союзе. Сейчас актеру посвящено в общей сложности 5 памятников, 4 из них в составе композиции по культовым фильмам с участием Фрунзика Макарчана и один личный.